Дякую. Я не можу не звернути увагу на твоє платтячко. Спасибо большое. Я просто когда смотрела X-Factor все программы и увидела вас вот на финале. Просто мне очень понравился образ, как вы выглядите. И решила что-то пошить вот в таком стиле. А це ви сама пошила? Да, ну с мамой. Вау. Ну что будете петь? Вашу песню «Прованс». И треба заспевать так, чтобы Ёлка плакала. Я думаю, что Ёлка как в зеркало дивиться зараз. Минусочек-то не мой. Можно уже остановить? Из местных погребов большие шансов. Ты можешь говорить, что это просто глупые мечты. Но в планах у меня все, видимо, немного круче. Ведь завтра всем 20 дней сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и провод.